Я хочу снять и еще одеть. А тут другой пальчик, отсюда я здесь. Ну попробуй. Сеночки, перчатка. Поезд поедет. Темно уже. А на вокзале светло. А не ходи туда, Кристина. А то можно упасть. Да. А где-то далеко должен быть поезд. Так, сюда. Сюда. Здесь баловаться нельзя. Иди сюда, Богдан. Сегодня ты будешь на отдельном сиденье сидеть. В прошлый раз ты это не на своем сидел. Глаза светятся у тебя здесь. А не знаю, в камере всегда. Чего ты, Кристина? Устала, нет? А? Нет, не устала? Нет? Нравится? Да, тебе нравится? Да. А, нравится. Так, туда не ходи. Сейчас получишь. Ну-ка, вставай. Богдан, помоги ей. О, все, встала. Она встала. А что это? Это? Это громкоговоритель. Там тетя разговаривает. Говорит, когда поезд приедет. А туда нельзя. Так, не ходи туда. Да. Туда нельзя. Заеду. Так, мы ждем нашего поезда. Я, конечно же, видяху не буду снимать до приезда поезда. Это... А если туда упасть, то поезд поедет за меня. Так, идите сюда. Вот здесь вот стойте. Все, стойте здесь. А почему стоять? Потому что надо постоять здесь. Далеко они. Ну что, будем ждать паровоза? Ну конечно. Будем ждать паровоза. Ладно, пока закончим.